Урод, блядь. Ну что там надо-то из меня? А я никуда не пойду, вычугаюсь. Да ничего не употребляю, ничего не найдем, да ничего не найдем. Не найдем, что ты, успокойся, 5 секунд, постой. Да тебе помощь нужна, ты тут березы стоишь, бодаешь. Обычная, нормальная помощь, медицинская. Все, друзья, сейчас я вам непонятного человечка покажу. Будем втихаря снимать. То ли спайс, то ли что. На больного не похож, вроде одет нормально, что и сумочки так просто гулять таких не отпускают. Да, видите, слюни бегут. Сейчас примут нахуй люди. Полицию вызвал. Скорее всего, под энергетиком. Драйвом пахнет. Вот так вот и живем, блядь, в Омске. Друзья. Видео для полиции. Короче, подходить не буду я с ребенком. Сейчас подъедут, его примут. Охуеть. Самое главное, что он еще и на ногах стоит, блядь. Интересно, друзья. Короче, до чего людей доводит всякая хуйня. Не курите, не пейте. Понял, сын? Понял? Да, ему, походу, уже в больницу надо срочно. Извиняюсь, конечно, за томаты. Нос ободранный. Хуе. Помощь нужна? Точно? Ты под чем? А, дружище? Ты под чем? Короче, друзья, вызвал полицию, уже прошло 15 минут, никого нет. Почти центр Омска. Никому дела нет, уже второй раз позвонил. Его вштырило, короче, конкретно. Так что вот сейчас сидим, ждем. Посмотрим, что дальше будет. Он какая-то маршрутка, я думал, скорая едет. Маленечко сместился он. Короче, вон где теперь. Вытанцовывает. Видите? Там как раз, где я стоял, снимал его. Сыночка, поставь на ножку. Давай ручку сюда. Дай ручку. Видно? Вот. Регистрация для полиции. Ну что, друзья, прошло уже примерно 25 минут. Полиции нет. Люди ходят, только смотрят на него. Говорят, вроде будьте рад.
кто-то говорит, что пьяный, но пьяные себя так не ведут. Да, сыночка? Точно? Ага. Ну, вон он там же самый стоит, короче, наяривает свои танцы. Танцы с комарами. Угу. Ага. Приехала полиция. Можно, здрасте. Одну секунду постоите, да? Постоим, порегистрируем. Ну, урод, блядь. Ну, что там надо-то от меня? Да я никуда не пойду, вы что, блядь? Я никуда не пойду, вы что? Ебанулся. Что употреблял? Не матерись. Да ничего не употреблял, я ничего не найдем. Да ничего не найдем, не найдем. Что-то успокойся. Пять секунд постой. Ёбан, да. У вас время пойду? Есть свободное? Ну нету. Нету, тогда проходите. Проходи, проходи. Да нет, ты что, я не пойду, вы что, я думаю, побегу, что ли? Как у тебя фамилия, как? Поджи. Поджи? Да. Позовусь как? Роман. А что с тобой? Еда, еда, да. Еда, еда. Да я на работу иду, вы что? А где работаешь? В Рыбайкальском рынке. Кем? Начальник правила. А что с телефоном? Лицензированный как-то? Что с телефоном? Вы разобрался, что, а? Лицензированный? Да, конечно. Лицензия есть? Да. Оружие есть, нет? Да. Какое? С собой нету. Стой, стой. Да ну что вы, блядь, вы что, я не пойду. Вы что, ну отвечу. Ну руки не напрягай, говорю, пока я тебе не положу. Тоже врачи приехали. Тебя здесь. Что там делать? Да я туда не пойду, вы что? Все, стой, спокойно. Стой, стой. Пять секунд, постой. Все, постою. Что там делать? Ну посмотри, ты пойдешь, что-то оно. Здрасте. Да, я снова даю. Либо вести. Так, секунду. Да нету ничего у меня. Чего у меня? Ой, у вас бутылку комары забирают. Вы вызывали? Да. Че, вызвал-то? Да тебе помощь нужна, ты тут березы стоишь, бодаешь. Обычная, нормальная помощь, медицинская. Руками машешь, прыгаешь. Люди говорят, что машешь, никто не смотрит. Другого здесь, который видит. Нельзя так себя вести. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Все? Че? Все? Пока больше нечего. Тихо. 50 рублей одна. Угу. Ну, вот на камере видно все. 10, 20. Жвачка упала. Он сознание, если вам нужен, забирайте. 25. Ну подождите немножко, мы сейчас тут проведем мероприятие. 3. Хорошо. 5. А что, сейчас нормальный сознание, может через 5 минут без сознания. Кто употреблял сегодня? Да ничего я не употреблял. Ну если ехать, так я тоже не буду долго ждать. Зовут много. У нас тоже, у нас вот, один он в клетке сидит, другой здесь вот пляж, понимаете? Так же самое? Ну почти то же самое. Административно. Телефон. Ну, может, машину возьмём, вы его приведёте, ладно? А где ваша машина? Ну, там у вас комары съедят. Да, но мы так же же стоим. Ну, можем? Конечно. Ну, покушать его видео? Спасибо. Да? Пожалуйста. Чё, Николаевич, куда? Ну, пошли. Надо будет автопатруля дойти с тобой. Давайте. Камеру можно...